Всем привет! Сегодня на тесте акустическая система английской компании Q-Acoustic. Серия 3000, модель 3050i. Это новая усовершенствованная модель. В линейку входят абсолютно все акустические системы, которые способны помочь создать домашний кинотеатр. Модель 3050i, она способна работать как в составе домашнего кинотеатра, так же, как и самостоятельно, как акустическая система. Сейчас я покажу, как устроена колонка, ее особенности. Затем я покажу, как она устроена внутри, схемотехника, прослушивание и выводы, соответственно. Фронтальная панель закрыта легкими съемными вот такими сеточками. Внизу есть упор, чтобы точно установить, можно просто приложить и поставить сеточку на место. В нижней части есть, естественно, ответная часть. В верхней части тоже есть, но это из-за того, что кольца, естественно, сделаны для верхнего и нижнего динамика, они одинаковые, поэтому, конечно, наверх ставить не надо. Ставится вниз, легко ставится и, соответственно, легко демонтируется. Под сетками мы видим установленные динамики. Схема, по которой все это установлено, называется схема Деполита, которая позволяет, в принципе, использовать два одинаковых динамика в диапазоне средних и низких частот. В центре установлен твиттер. Есть, конечно, особенность. Динамики должны быть такого качества, чтобы могли хорошо работать в диапазоне как низких, так и средних частот. Высокочастотный динамик должен иметь, естественно, очень высокую отдачу, чтобы справиться с двумя динамиками. И сейчас я покажу, что находится сзади колонок. На задней панели снизу расположен большой порт фазоинвертера. Снизу терминал для подключения кабеля. Терминал позволяет подключить только один кабель, что, на мой взгляд, оправдано, потому что отдельно запитывать твиттер на самых высоких частотах, по-моему, нет никакого смысла. Можно подключить разъем банан, можно сделать проводное подключение, можно, соответственно, подключить лопатки. Основание установлено на вот такую вот одну опорную планку. Использована одна планка, наверное, я думаю, для дизайна, потому что, в принципе, глядится все очень неплохо. Хотя с двумя планками, наверное, была бы устойчивость повыше. Установка опорных шипов в основании колонки требует внимания. В комплект входят, соответственно, два шипа с высокой гайкой и два шипа с низкой гайкой. С маленькой низкой гайкой устанавливается в опорную планку. Планка устанавливается сзади. Здесь шипы я уже установил на место. Передние шипы, соответственно, устанавливаем на место. Сейчас остается зафиксировать планку на месте. Для этого понадобится два вот таких винтика. В чем здесь особенность? В том, что здесь использован шлиц Philips номер 4. Я вот впервые, честно говоря, использую биту Philips номер 4. Обычно такие размеры, но вот как-то еще не попадались. Тройку не подойдет, она будет люфтить и, естественно, будет ломать грани. Устанавливаем в отвертку, соответственно, биту Philips номер 4. Планочку, соответственно, кладем вниз, чтобы шипы были уже наверху. И затем закручиваем два винтика на место. Чтобы все ровненько стояло, можно уже в самом конце установки планки зафиксировать ее так, чтобы край планки совпадал с краем колонки. Планка устанавливается сзади, как я говорил. Совмещаем и дозатягиваем. Никаких проблем. С битой Philips 4
нет. Троечка, соответственно, нам не нужна. Еще есть в комплекте вот такие галошки, 4 ножки. Одеваются они, соответственно, наверх. Вот такие вот ножки. Но я рекомендую ими не пользоваться, сразу их выкинуть, они не нужны. В любом случае, на упругое основание ставить плохо. Если используется хорошее качественное покрытие на полу, можно докупить, не стоит недорого, специальные есть шайбы опорные. И это будет, во-первых, красиво, во-вторых, это будет надежно, устойчиво и, главное, правильно. Этот ключик нужен только для того, чтобы отрегулировать можно было опорную планочку. Здесь есть два отверстия снизу. И, соответственно, только для этих целей нужен этот ключик. Больше ни для каких. Хотя ключик, конечно, такой галименький, можно и свой использовать. Собственно говоря, вот этот нюанс и есть. Потому что иначе правильно поставить нельзя. Потому что можно, многие не любят читать инструкцию, сразу хватают шипы, не глядя на гаечки, а они, в общем-то, разные. И в итоге будет колонка стоять криво и косо. Собственно говоря, с основанием все. Для воспроизведения средних и низких частот использовано два одинаковых динамика восьмиомных, размер 16,5 см. В качестве диффузора использована целлюлоза. Сверху примерное покрытие. Задача у данной колонки достаточно сложная. Надо хорошо воспроизводить как низкие частоты, так и средние. То есть, с одной стороны, диффузор должен быть очень жесткий и прочный, с другой стороны, должна быть очень низкая масса подвижной системы. Здесь хорошо удалось все это реализовать. Масса подвижной системы практически рекордная. 10,3 грамма. Динамик, кстати говоря, диффузор длинноходный, то есть подвижная система. Фланец 5 мм, то есть икслинейный 5 мм для такого динамика, это очень прилично. Низкая масса, мощная магнитная система, соответственно, высокая чувствительность. Выше 90 дБ, 94, ну, отличный показатель. Корзина металлическая. Снизу использованы окошки для вентиляции и охлаждения катушки, для того, чтобы уменьшить компрессию под спайдером. Проблем в том, что корзина металлическая, нет, абсолютно никакой. Почему? Потому что здесь, во-первых, очень низкая использована масса подвижной системы, всего-навсего 10 с небольшим грамм. Как я говорил, это близко к рекордным показателям, то есть масса не очень велика. Амплитуда тоже не очень велика, 5 мм. Для того, чтобы динамик жестко находился на посадочном месте, посадочное место сделано вровень с контуром корзины. То есть такой плотной посадки я еще не видел. Вот буквально садится, вот, притирку там все сажать. То есть кроме точек крепления очень хорошо фиксируются корзины по ребрам жесткости. На графике, по крайней мере, не видно резонансов, потому что они хорошо отражаются, если какие-то есть проблемы. Преимущество литой корзины, возможно, конечно, когда уже масса подвижной системы достаточно высока, когда требуется очень серьезное охлаждение катушки, например, работать на экстремальной мощности, например, 4-омные, здесь 8-омные, нагрузка на катушку не очень большая. Значит, по вентиляции и компрессии ее здесь нет, на графике тоже можно посмотреть, как появляется компрессия, я покажу на другом примере, как это выглядит, по крайней мере. Есть маленькие, незначительные резонансы в подвижной системе, которые на втором графике, где динамик установлен в корпусе, их не видно. То есть уже воздушная подушка хорошо демпфирует эти маленькие резонансы. Это практически есть у всех динамиков, которые используют целлюлозу и у которых очень низкая масса подвижной системы, потому что по-другому как бы нельзя. Или второй вариант – это использование уже полимерных дорогих диффузоров и другая ценовая категория. То есть надо как бы понимать, что вот и одно, и другое, и третье сделать сразу невозможно. В качестве высокочастотного динамика использован вот такой вот твиттер.
чем его особенность? В том, что разработчики попытались отделить его полностью от корпуса. Значит, вот снизу вот такая вот использована чашка. То есть стоит твиттер вот в такой чашечке. И отделяет твиттер от фронтальной панели. Что это дает? Это дает возможность снизить вибрацию, которая передается с передней панели на твиттер, и улучшить качество звучания. По твиттеру. Твиттер, в принципе, малогабаритный, использует ферритовый магнит. Отдача у него достаточно хорошая, потому что по звуковому давлению он практически полностью сопоставим с отдачей двух буферов. Здесь использована закрытая камера. И вот как видно здесь, если посмотреть на импеданс расчетный и измеренный, то можно увидеть в низкочастотном диапазоне, что влияет подушка воздуха снизу. И, естественно, это влияет немножко и на правую часть импеданса. Но для твиттера это не столь страшно, а вот для мидвуфера это, в принципе, уже проблема, потому что там резонансы приходятся на рабочий диапазон. Таких динамиков полно, где вот теоретическая модель абсолютно несопоставима с тем, что измеряется. То есть она может быть кривая, волнистая и так далее. То есть это все будет слышно, безусловно. И даже можно, в принципе, есть тесты, которые позволяют это увидеть. То есть, вот тональный баланс там вот нарушен, что-то еще. Можно ли увидеть? Да, можно. Купол небольшой, да, 22 мм. У твиттера тоже сложная задача. То есть, он должен, в принципе, отрабатывать до 2000 Гц. Задача для него выполнимая, очень низкая резонансная частота подвижной системы, порядка там 800 с небольшим Гц, относительно низкая добротность, ниже чем 0,7, то есть позволяет этому динамику нормально работать в той конструкции, которая была задумана. Как я говорил, что система похожая на систему Деполита, хотя Деполит, еще раз говорю, что это Деполит, это не только два динамика, установленных в мидвуфер, сверху и снизу, и твиттер. Это еще и кроссовер. Здесь использовали другую схему. По какой причине, я не знаю. Скорее всего, пытались бороться вот с фазовыми проблемами. Потому что самая сложная, самая большая проблема – это борьба с фазовыми искажениями. Итак, пришло время посмотреть, что находится внутри колонки. Это верхняя часть. С левой стороны наверху установлен двухполосный кроссовер. С правой стороны, нет, даже ближе к центру, установлен резонатор Гернгольца. Основная его задача – это борьба с шумом, турбулентностью. Здесь есть портфазоинвертор, так что если правильно настроен, то, соответственно, значительно можно уменьшить шумы от портфазоинвертора. Мне кажется, он справляется с этой задачей, потому что шума я никакого от порта не слышал. Внизу, в самой нижней части колонки, установлена перегородка, она установлена под наклоном для снижения продольной стоячей волны. В верхней части корпуса на стеночке установлен такой вот кружок наклеен. Я так понимаю, для того, чтобы снизить резонансы от верхней части корпуса, чтобы сделать ее жестче. Распорки. Распорки действительно здесь установлены точечные. И, похоже, они справляются со своей задачей. Корпус достаточно жесткий. Какие еще здесь есть нюансы? Это первое. Это очень жесткая посадка динамика. То есть вот эти все размеры сделаны таким образом, что динамик устанавливается вплотную. И к точкам крепления добавляется жесткая фиксация по ребрам жесткости. То есть не просто вставляется, а вот так вот с большим усилием. Соответственно, вынуть его тоже достаточно сложно было первый раз. Очень сложно. Это сейчас легко, а когда первый раз было очень сложно. Он буквально намертво стоял на месте.
Что здесь еще можно интересно посмотреть? Это, конечно, какая толщина фронтальной панели. Mm. Очень хороший результат. Для того, чтобы измерить стеночку, здесь немножко надо будет сделать посложнее все. У меня есть вот такая вот крышечка 15 мм. И ставлю крышку внутрь корпуса. Измеряю общую толщину. 31 мм и 15. Итого получаем стеночки 16 мм. Ну, так вполне нормально. Вопросов, в принципе, по корпусу нет. Сделан очень хорошо. Посадка динамиков очень хорошая. Фрезеровка хорошая. Кстати, вот эти вот канавочки, которые здесь есть, это фрезеровка для как раз технических нужд, для того, чтобы вынимать динамики. Объясняю, почему. Потому что пришло письмо, колонки Polk Audio, там весь аналогичный пропил. И вот там пишут комментарии, что вот человек настолько с кривыми руками, что вот ровно отверткой выломал такие канавки, чтобы вынуть динамик. Ай-яй-яй. Сразу хочу сказать, это сделано на заводе. Есть такой инструмент, как фреза. Но это очень долго, наверное, объясняют для тех, кто не знает. Короче говоря, это сделано специально для того, чтобы можно было снять, домонтировать динамик. Здесь, в принципе, по корпусу у меня вопросов нет, кроме, пожалуй, что есть небольшая продольная настоящая волна. Я бы, конечно, добавил одну прокладочку снизу из поролона ячеистого и наверх. Но, с другой стороны, как это будет влиять на резонатор Гельмгольца, который настраивается достаточно точно, я не знаю, поэтому это требует какого-то времени. Но, вообще-то, неплохо было бы, конечно, добавить две прокладки, тогда бы вообще проблем не было, потому что резонансов по корпусу действительно нет. В двухполосном кроссовере в низкочастотном звене использован фильтр третьего порядка, в высокочастотном звене второго порядка. Для правильной работы мидвуферов необходима специально сформированная кривая. До 200 Гц динамики работают совместно. Это позволяет получить мощный бас. От 200 Гц до точки пересечения 2500 Гц наклон кривой составляет приблизительно 4 дБ на октаву. Это позволяет плавно уменьшить отдачу мидвуферов от 200 Гц до точки кроссовера. С точки кроссовера наклон кривой увеличивается до 18 дБ на октаву. Так сделано для уменьшения влияния на работу твиттера и улучшения фазовых характеристик. Это график по напряжению на мидвуферах и твиттере. Необходимо учесть, что работает два мидвуфера. Соответственно, точка кроссовера по звуковому давлению пройдет выше приблизительно на 6 дБ. Как я уже говорил, в цепи твиттера установлен кроссовер второго порядка. Возможно, что кроссовер третьего порядка в данном случае был бы предпочтительнее. Появилась бы возможность сформировать симметричный наклон кривой и поднять точку кроссовера на 3 дБ выше. Следующий график. Это ЧХ колонок на оси твиттера. Раньше я уже говорил, что кроссовер в акустической системе – это слабое звено. Очень часто для точной настройки точки кроссовера и формирования необходимой кривой приходится изменять индуктивность катушки всего-навсего плюс-минус 2-3 витка. И это может иметь значение. Измерение рта не позволяет с достаточной точностью проверить акустическую систему в замкнутом пространстве, потому что очень много отражающих поверхностей, результат получается не совсем точным. Но РТА позволяет очень хорошо проверить звуковое поле в пространстве, как по горизонту, так и по вертикали. Сейчас я подниму микрофон наверх. Точка в настоящий момент находится на уровне твиттера. Видно, что при подъеме микрофона наверх высокие частоты начинают уходить вниз. А по крайней мере, нижняя часть высоких частот выше 10 кГц, ну, там все вроде бы как сохраняется. Опускаем микрофон вниз до точки твиттера. Все устанавливается. Сейчас я микрофон перенесу вправо, под углом где-то поставлю примерно градусов 30. Видно, что отдача выравнивается, становится ровной.
прослушивание, просмотр фильма будет очень комфортным. Как с левой стороны от центра, так и с правой, соответственно. Что касается прослушивания музыкальных программ, то, конечно, будет, может быть, не очень комфортно, если человек хочет не только слушать музыку на одном месте, но и перемещаться. Но выход был найден. Под переднюю часть колонки, под основание, под шипы, я предложил небольшую проставку с МДФ 16 мм, и звучание стало комфортным как на музыкальных произведениях, положении, например, на кресле или стоя, и прослушивание фильмов. Наклонная поверхность, ну, это достаточно частая конструкция, которая используется у колонок. Здесь можно таким вот образом выйти из положения, когда нужно слушать и музыку, нужно перемещаться по комнате, ну и для фильмов подойдет и тот вариант. Это вообще без всяких проблем. Техническая часть завершена, прослушивание закончено, и теперь можно делать выводы. Акустическая система английской компании Co-Acoustics модель 3050i мне понравилась. Особенно она хороша будет, наверное, для систем домашнего кинотеатра. Для прослушивания стереопрограмм потребуется уточнить высоту колонок, как говорил, с помощью шипов или с помощью проставок. Система очень критична к ширине, то есть она тяготеет все-таки к большей ширине, поэтому я рекомендовал бы все-таки остановиться на базе 3-4 метра, то есть чуть побольше. Разворот колонок вовнутрь доворот может иметь тоже существенное значение. Меняется высота сцены, меняется уровень верхней середины и начало высоких частот. То есть этот диапазон его можно плавно отрегулировать. Почему я не делаю тест, спрашивают, прослушивание? Многие же включают, прослушивают. Об этом я расскажу в следующем ролике. Почему этого делать нельзя? На этом я прощаюсь. До встречи. Всем пока.